Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Передо мной команда Addicts Team. Как вы сегодня выступили? Мы сегодня держались молодцом. Вот к нам сейчас подойдет наш капитан Мария Розина, бессменный, любимый капитан. Он болеет, и не только капитан. У нас сегодня был сложный матч. Мы сегодня, да, держались как могли. Последнюю минуту, конечно, пропустили гол. Но, тем не менее, это был товарищеский матч. Так по турниру мы идем, держимся уверенно, по максимуму выкладываемся, как только можем. Вот сегодня все наши доблестные девушки, кто выдержал эти все напасти. Я сегодня вышла со словами, говорит, да? Болит шея, но шея не нога, я буду играть. Ну, подержали девчонок, да, и девчонки молодцы. Конечно, нам очень понравилась игра, она была сложная, очень напряженная, но да, все-таки молодцы. То есть довольны вы, все в порядке у вас? Конечно. Все хорошо. Поздравляю вас, вы молодцы, так спасибо. Держать. Большое. Спасибо большое. Алексей, не победим.